цацкий механизм. А я себя превозмогу, сяду за компьютер, будь он проклят тысячу раз, адский механизм. Это тоже адский механизм, пусть он будет проклят тысячу раз. Но мы без него, к сожалению, не можем. Или, к счастью, не знаю, как все хочется. Так, ребят, значит, у нас балаган закончился, а теперь будет сурьез. Сейчас уже будет сурьез. И сурьез, да, у нас, я говорю, что был такой вот какие-то барды странноватенькие, у нас будет авангард, и у нас потом будет хипня, если хипня доедет на нас, и как бы мы, в общем, досидим до хипни. Но хипни немножко будет и сейчас. И сурьез у нас начинается с человека, который является моим другом, очень, очень близким. Уже сколько мы, с какого года-то мы общаемся? 18. С 18-го, да, уже сколько это, 6-6 лет. Николай Баталенко, поприветствуем, пожалуйста, его. Это гитарист, вокалист, автор песен, который может играть и в составе группы. То есть у него его группа Люмниската участвовала в колледж джемах дважды. И сейчас, так сказать, он может играть и как вот просто сольный исполнитель, что он сейчас и начнет делать. Долго его не было, долгое время он не был его на наших сейшенах, и я очень рад, что он снова здесь появился. Давайте его поприветствуем, Николай Баталенко. Начнем с весны. Редкий, но мелкий дождь, скатертью облака. Ты уже не вернешь годы, часы, века. Ты уже не проспишь завтрашнюю весну. Утро начнется, лишь ты отойдешь ко сну. Завтра опять идти через весенний день. Тот, кто тебе светил, скрылся в речной воде. Тот, кто пойдет с тобой, скажет тебе: «Я здесь». Ты еще слышишь бой дней и часов. Ты есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В неспешном сне лежит вода, спасая ночь, сжигая день. Вперед к весне, сквозь толщу льда, навстречу утренней звезде. Освобождаясь от оков, сплетаясь соцветом луны, забыв границы берегов, вода рекой вольется в мои сны. Земля
идет на новый круг. Снега растают без следа, вода уйдет сквозь пальцы рук. Начнется новая весна под светом утренней луны. Весь мир очнется ото сна, и я проснусь, но буду помнить сны. Видишь, как под солнцем тает снег.
слышишь, как под солнцем тает снег. Помнишь, как под солнцем тает снег. Знаешь, как под солнцем тает снег. Будем ждать, когда растает снег. Взять и придумать свой собственный мир из обрывков историй, из домов и квартир, из походок и лиц, песен и голосов, и наполнить его вязью ритмов и слов. Просто взять и придумать свой завтрашний день из простых ожиданий, отражаясь в воде, сделать шаг на мосту над свинцовой рекой, просто нарисовать это твердой рукой. Просто выйти на свет из ночной темноты, из предутренних сумерек, через мосты над бурлящими реками, просто пройти и не броситься вниз, и не сбиться с пути. Thank you.
празднуют все. Кто с другой стороны? Совсем-совсем свежий материал, совсем свежий, буквально. Вот песню, которую сейчас буду петь, закончил позавчера, да, позавчера. Это премьера, друзья? Сейчас будет премьера, да. Сначала будет премьера стихотворения, которое я, по-моему, читал его только один раз на публику, а потом будет премьера песни. И то, и другое закончено вот уже в этом году, а песня так вообще на этой неделе. Отрезанный от мира, я вижу лунный свет, пришедший из эфира, прозрачный как ответ на вечные вопросы о смысле и пути, оставивший и осень, и зиму позади. Оторванный от солнца, он движется ко мне, танцует и смеется, сползает по стене, на белые гардины, на мутное стекло, сплетаясь с паутиной, обугленный теплом расплавившихся листьев, цепляется за край, светящийся и близкий, как двери в вечный рай, свободный, как падение, горящий, как огонь, осознанным видением вонзается в ладонь.
земле. Просветный час. Я встречу чужое творчество. Да. Не, нет? Не, не. Ребята, да, чуть позже, да? Да, да, я думал. Is my master, the trumpeter weeps, but his voice is so weak as it drowns. Something that's already there. Tomorrow I'll find it. The trumpeter screams, remembers that he's hungry and drowns to sleep. Saying why? Or just making time. You can turn to your partner, say, oh, how does it seem? He's looking at you, or she's looking at you, and saying, get out of my dream! Fuck you!
works with the curves, making life easy by making it worse. You can turn to your partner and sing, oh, how does it seem? She's looking at you and saying, time.
великой помощью, собственно, Кевина Эйерса. Ну и Саша и Маша. И вот сейчас как раз... А, ну ты ведущий, организатор, ты должен всех объявлять. Я? А ты пока не включаешь. А я пока, да, я за электрухой сбегу. Скажи что-нибудь, не ругать. Кого ругать? А можно? А, да, вот. Кого ругать-то? Да. Последние две вещи, это из написано Кевином Эйерсом. Вот. Why Are We Sleeping? Вещь, которую он играл еще в составе Sons Machine, потом играл сольно. И вот это вот Religious Experience, который называется либо Singing a Song in the Morning. Спасибо большое Коля за то, что он вот эти вот песни возрождает. Вот за то, что они звучат вживую, за то, что они снова живы. Не только в наших сердцах, да, но и вот на сцене. Спасибо ему большое, Коль. Ты чё, куда ты убежал-то? За гитарой. Вот. Я за гитарой убежал. А гитара-то где? С ребятами я буду играть на электрике. Вот, да. И ему помогали замечательные совершенно люди. Вот, Саша Елисеев, которого я... Да. Да, вот сейчас я скажу. Я скажу, как Иван Иванович Селертинский сказал один раз юному Ираклию Андроникову, что я сегодня тебя не люблю и вообще хотел бы плюнуть на тебя два раза подряд. Вот я именно это и хочу сделать, потому что он постригся. Это самое вообще, я бы сказал, постыдное и вообще омерзительное, что происходило на колледж джемах за всю их историю. Ничего хуже не бывало никогда. Вот этим вот 42-й джем и войдет, я думаю, вот в нашу летопись. Вот. Это вот то самое, где обхайрался, как говорят, да, хиппи в таком случае. Долой его, да, вот я, честно говоря, его со сцены погнал, но я сказал, что убью его на той неделе. Вот. Но поскольку они репетировали, черт возьми, что-то там готовили, из уважения к Маше Кашкиной, которая вот, Маша, иди сюда. Вот, Маша, выйди, да. Вот, из уважения к Маше, из уважения к Коле, я его сейчас не убью. Вот. Меня ты будешь убивать в течение этого месяца. Ну это Нет, тебя за что? За то, что я еще более радикальным способом поступлю со своей прической. Но это будет после Это анонс. Коля, дело в том, что это будет после джема, и это уже будет не важно. Он же испортил мне картинку, понимаешь? А если... Я знаю, что это он нагло пострижется, я знаю, с ним такое бывает периодически. Вот, но это будет потом, и как бы ко мне это уже отношение не будет иметь. А этот вот испортил праздник сегодня мне и вообще всем своим внешним видом. Все, кто его видел, они в шоке просто. Вот все в шоке, абсолютно все. Только один человек, кроме тебя, Петя. Как это? Кто? Только Ваня. Ваня? Да все остальные, да, блин? Мне пришлось Ваню отпаивать вообще спиртным, чтобы он пришел в себя, потому что иначе он не мог вообще. Вот. Мы лишились вокалиста бы на сейчас. Очень хорошего вокалиста. Вертолеты, я вижу вертолеты! Вот, это он. Вот, его флешбеки заливают. Вот, смотрите, все, вы готовы? Вот, значит, они сейчас какую-то шизуху будут играть, я не знаю, честно говоря, что. Вот, но то, что очень любит по звуку, очень любит Коля, очень любит сам. Могу сказать, могу объявить. Объяви, да, и Маша. Да. Короче, мы, ладно, я сознаюсь, мы долго думали, Петя, извини, как испортить кулиш джем. Такого я, конечно, вас, мы долго репетировали. Мы долго репетировали, но Саша, конечно, превзошел все наши ожидания. Я упрошу, я не могу. Меня вот. Микрофон есть. Мы планируете изначально как дуэт, не лайвовый. Мы просто сказали, Петь, если будет окошко, можешь нас вставить, и раз, и вставил. И я от шока волосы потерял, и потом он шокировался сам от этого. Вот окошко. Окошко, вот, да. Оно самое. И... В итоге мы здесь, мы Little Soul, да, планировались как дуэт, но Николай Батаренко
внезапно зашла музыка, и он захотел к нам присоединиться, мы довольно не против, хотя подумали, как такая музыка вообще может... Вы сейчас все услышите, поймете, почему я так считаю, но мы играем отчасти импровизацию, отчасти все-таки чередуем достаточно известные клише из рок-музыки, из стонер-музыки, и поэтому мы являемся таким сбалансированным мостиком между песенной первой частью и дальнейшей авангардной импровизационной следующей. Ну, собственно, начинаем.
Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо большое. Все, отрубайте нас. Пришло время настоящих музыкантов. У нас только один был, да и то не из нашей группы.